сегодня сравним два набора для выращивания микрозелени редиса. Первый вариант – моя микрозелень. Здесь у нас стаканчик, подложка и семена с крышечкой. Второй вариант – все то же самое, только здесь у нас субстрат вместо воды. Я очень долго и внимательно читала инструкцию. В данном наборе субстрат нужно дополнительно замочить. Я засею семена в оба набора одновременно, и мы посмотрим, какой набор быстрее прорастет. Мы налили воду в стаканчик, выложили семена, распределили их очень ровненько, опрыскали и накрыли крышкой. Здесь я опять читала долго инструкцию. Мы замочили, потом я опять читала инструкцию, сели, опрыскали и убрали в темное место. Мы смотрим на результат. Здесь семена не изменились. Здесь уже проклюнулись. Спустя 6 дней у нас здесь такая микрозелень и здесь такая микрозелень. Думаю, выводы сделали все сами. А мы напоминаем, что выращивать микрозелень на самом деле очень просто, а результат будет очень вкусный и красивый.